Дому. Почти дошел. Только дождись меня, Лили. Мы восстановили контакт, сэр. Где он? Точное положение пока не ясно. Стоп! Ядро обнаружено. Маркер идет к ней. Отлично. Проинструктируйте маркер, как восстановить ядро. Не хочу вас расстраивать, сэр, но мы опоздали. Мир слишком сильно поврежден. Даже если ядро вернется на место, полный коллапс Юниона неизбежен. Пусть так. У нас есть Стэм. Начнем сначала. Нам нужно ядро. Такую ценность бросать нельзя. Пусть медгруппа готовится извлекать. Сколько времени? Смотря как быстро он доставит ее к точке извлечения. Они близко, так что скоро. Медгруппа на месте и готова действовать. После извлечения медгруппа должна уничтожить Марка. Он свое дело сделал. Да, сэр. Черт. Кит, свяжись с ним и проинструктируй. Ну, момент настал, Кит. Кит, ты меня слышала? Да, слышала. Ты собираешься выполнять приказ? Вы не можете его убить. Еще как можем, и убьем. Здесь, в реальном мире, он сразу станет проблемой. Ну, объясни ему, где точка извлечения. Давай, Кит. Он подписал себе смертный приговор, как только вошел в Стэм. Так что выполняй приказ, не подписывай приговор себе. Нет. Решила предать нас? Очень жаль. Я на тебя рассчитывал. Надо скорее, пока еще не вернулись. Лили! Ее комната наверху.
Лили. Девочка моя. Папа. Это я, Лили. Я пришел. Это правда ты? Чш. Это правда я. Я заберу тебя домой. А мы разве не дома? Нет, детка. Но скоро будем. Я так устала. Засыпай. Когда проснешься, все будет хорошо. Мира! Она у меня. Пошли, уходим отсюда. Прости, Себастьян. Я не могу. Нет, ты можешь. Если надо, я понесу вас обеих, но я не оставлю... Нет. Надо остановить Мёбиус. Да к черту Мёбиус! Мы и без того им слишком много отдали. Мы можем уйти, все вместе. Убежим туда, где они не найдут нас. Нам негде спрятаться. Они повсюду. Лили всегда будет в опасности, пока я их не уничтожу. Ладно, я подожду. Когда с Мёбиусом будет покончено... Так не получится, Себастьян. Это можно сделать только изнутри. Стэм — это не только это место. Все члены Мёбиуса связаны с ней через чипы в голове. Приняв функции ядра, я смогу передать сигнал, даже если Юнион распадется. Этот сигнал покончит с Мёбиусом раз и навсегда. Но мы же наконец-то вместе. Выбора нет. Это часть плана, так задумано. Прости меня. Мира. Чш. Просто обещай мне заботиться о ней. Пусть она знает, как сильно мама ее любила. Мира, мне столько нужно сказать тебе. Не надо ничего говорить. Я ведь все это видела. Знаю, как ты страдал. Что с тобой сделали? Что... Я сделала. Ты не заслужил этого. Ты дважды прошел через ад. А теперь тебе пора. Проживи жизнь, которую у тебя отобрали. Я люблю тебя, Мира. И я тебя люблю. Вас обоих. Потому я это и делаю. Времени больше нет. Уходите скорее! Попасть в зал Стэн.
спуститься вниз по лестнице. Держись, Себастьян. Уже почти. Всем сотрудникам охраны собраться в зале Стэн. Мира, надеюсь, сработает. Что ты делаешь, Кит? Ты же этим просто обрекаешь себя на смерть. Сама ведь знаешь. Ты подавала такие надежды. Могла собрать в своих руках такую силу. И вместо этого решила от всего отказаться. Почему? После всего, что видела, что сделала, что вдруг за кризис совести? Из-за этого человека? Из-за ребенка? Нет. Из-за меня. Подумай, что ты делаешь, Кит. Стэм нужна всем, представь! Единое сознание для всего человечества. Больше никаких войн, никакого неравенства. Никакой боли. Пути назад нет. Надеюсь, ты права, Мира. Себастьян! Кидман, она у меня. Куда идти? В свой кабинет. Ладно. Но Мира со мной не пошла. Ты знаешь почему. Да. Времени мало. Я на тебя надеюсь. Мы почти на месте. О, боже мой! Совсем скоро. Еще не поздно остановиться, Кит. Опомнишься? Обещаю убить тебя быстро. А иначе наказание за твое предательство войдет в историю. О да, я войду в историю. Как человек, остановивший вас. Мир без выбора — это не утопия. Улей функционирует только, когда во главе есть матка. Присоединись или умри. А знаешь что? Есть третий вариант. И это пошел ты! Ты такая дура! Что вызываешь восхищение? Очень обидно вот так потерять тебя, Кит. Что? Ты что, правда думал, что я твоя марионетка? Да я вынула чип 3 дня назад. Неважно! Сегодня ты умрешь. Так или иначе.
Ян. Времени почти не осталось. Будет хорошо. Ты смогла, Мира. Я знала. Не волнуйся, Себастьян. Все хорошо. Лили? Где Лили? Помоги мне ее вытащить. Встань вон там. Быстрее! Папа, это правда ты? Да, Лили. Это правда я. Мне приснился такой страшный сон. Чш, я знаю, Лили. Но ты проснулась. Кошмар кончился. Больше тебе нечего бояться. Это ведь правда? Мы действительно выбрались. Мне не показалось? Все правда закончилось. Благодаря Мире. Пошли. Пора отсюда убираться.